«Хватит это терпеть», – сказал я себе, увидев очередное повышение цены на любимый растворимый кофе, ведь это уже даже неприлично. И сделала себе давно желанный подарок в виде турки и хорошего молотого кофе. Приобретя профильную литературу и вооружившись знаниями через YouTube, вперед, пойдемте сварим наш первый кофе в турке, да еще и на индукционной плите. Как вы могли уже заметить по видео, приобрела я вьетнамскую робусту, ведь Вьетнам второй по величине в мире производитель кофе. Доля на мировом рынке 14%, и 95% это именно робуста. Поэтому, как мне кажется, выбор был очевиден. Выбрала кофе с тонким помолом и средней обжарки. При открытии упаковки комнату заполнила аромат орехов. А сейчас на видео мы делаем импровизированный фильтр. Это сито с мелкой клеткой и несколько ватных дисков, чтобы задержать жмых. Доводим воду до кипения, потом оставляем остыть ее на минуту. Добавляем кофе, я люблю крепкий, и ставим еще где-то на 30 секунд до кипения. В это время необходимо кофе помешивать, пока не появится пенка, вы ее сразу увидите. Плита у меня хорошая, соответственно, резких импульсов и перепадов нет, и пенка поднимается постепенно. Как только вы это увидите, наш кофе готов, мы готовы его переливать. Если честно, то он у меня немного убежал, потому что делала это первый раз. Теперь подготовим наш волшебный стаканчик. Делать мы будем модный бабл. Очень жарко, поэтому кофе хочется сделать холодный. Ставим фильтр и переливаем потихоньку кофе, чтобы у нас не перемешались слои. Более плотный слой у нас всегда внизу. Более легкий слой наверху, тогда напитки не будут смешиваться. И у нас получится вот такой красивый контраст. Выливайте постепенно, чтобы не испортить картинку. Вот такая красота, возможно, своими руками даже дома. Ну а почему бы и нет? Ох, чувствовали бы вы этот запах, он великолепен. Вкус легкий. Честно говоря, мне бы хотелось что-то более насыщенное. Я очень люблю мокко с горячим шоколадом. Но, в общем и целом, достойно. Намного вкуснее растворимого и некоторых отдельных кофеин. А дальше какие великие дела на голодный желудок? Надо что-то приготовить. Это вообще хороший навык. Знаете, я думаю, что мужчины таких женщин не уходят не потому, что это вкусная еда, и там путь лежит через желудок, а потому, что когда нож в руке, руки-то не дрожат. Хотя, наверное, в этом и заложен весь смысл. На завтрак сделаем креветки с устричным соусом и кунжутом. Также омлет. Это же святое, нам нужны белки для энергии. И, конечно же, сделаем заправку, чтобы все было сочно. Лук, кстати, очень полезное вещество, очень полезные растения. Им раньше отгоняли злых духов, лечили язву, и он впитывает в себя все инфекции. То есть, если вдруг у вас в холодильнике что-то пропало, и там лежал лук, то этот лук лучше не использовать. Он впитывает в себя инфекции и вредные вещества. Зато его полезные качества бесспорные, он помогает при пониженном иммунитете и, в общем и целом, помогает держаться, особенно в таком сложном климате, как Питер. Даже несмотря на то, что сейчас жара, уровень влажности высокий, что способствует распространению инфекций. И уже многие переболели каким-то странным вирусом, когда ты очень сильно сопливишься, а потом у тебя надолго пропадает голос. Причем очень стремительное развитие болезни, буквально в течение полдня у тебя заложен нос полностью. Главное преимущество индукционной плиты перед газовой – это то, что в ней почти ничего не пригорает, то есть это нужно прям постараться. Так что мы можем спокойно вылить заготовку для омлета, накрыть сковородку и дальше продолжить заниматься своими делами. Неправильное питание состоит из комплекса вредных пищевых привычек. Так, например, все мы любим заедать хлебом. Но что делать, если нужно избавиться от пары килограмм? Заменяйте то, чем вы заедаете. Обманите разум. Я вот себе нарезала для этого огурцы.
Джентльмены, с возвращением на канал. Только посмотрите, какое восхитительное, безобразное безобразие произошло с когда-то белоснежной стеной. Никогда еще в жизни не была так рада разрушениям, как сегодня. Мы с вами заказали кухню в мебельной фабрике Сиена и, наконец-то, решили вопрос с проводкой. Приготовить все необходимо до момента сборки и установки самой кухни. Отгрузка с фабрики будет совершена 20 июня, то есть у нас уже осталось меньше месяца. Соответственно, все необходимо было подготовить. Так, что же у нас будет в дальнейшем? Здесь будет располагаться встраиваемый холодильник, под него есть розетка. Как вы уже знаете, этот выключатель уперется, так как у нас есть люстра с дистанционным управлением. Здесь будет располагаться СВЧ-печь, встраиваемая под нее, конечно же, отдельная розетка. С другой стороны будет находиться вытяжка, индукционная плита, духовой шкаф. Никаких труб сверху не будет, мы не будем терять пространство, так как вытяжка у нас циркуляционного типа, соответственно, с возможностью установки угольного фильтра. Сейчас есть такие решения, чтобы не занимать пространство и не возиться прокладывать вытяжку. Также в углу находятся трубы под посудомоечную машину, да, отводы, и раковину, и, конечно же, розетка под посудомоечную машину. Да, слишком близко, но все очень компактно, она внутриузкая, других вариантов, к сожалению, нету. Также у нас будет 4 наружные розетки, потому что, да, нужно поставить чайник, где-то воспользоваться блендером и так далее. И у нас будет одна удлиненная рабочая поверхность и стандартная. Но так как индукционная плита, у нас на 2 конфорки. Все требования эксплуатации, да, по вибрации, по теплу, по охлаждающим элементам, таким как холодильник, соблюдены. Мы все внимательно читали, и в это небольшое пространство в студии все вместилось просто идеально. Проект был сложный. Думали долго. К счастью, пока собирали технику, время было. И когда вы собираете делать кухню, сначала посмотрите журналы, посмотрите другие, как делают другие люди, да. Идите в салон уже с каким-то представлением. И лучше, ну, сначала сходите в салон, посоветуйтесь, и потом начинайте собирать технику. Потому что подбирать технику под уже какие-то существующие размеры будет очень сложно, это будет дорого. Она сейчас дорогая, и нужно ловить по скидкам. И есть определенные хождения, да, допустим, 10-15 сантиметров, которые при установке будут принципиальными. Оно может не поместиться, да, другая техника от других фирм, допустим, будет значительно дороже. Сейчас, в принципе, финансовый вопрос, он во многом является основополагающим. Хочу сказать отдельную спасибо, выразить благодарность специалистам, которые работают, потому что, когда работал электрик, все были на связи и менеджер, да, Марии, который делал проект до кухни, и не один, и также специалист, который будет в дальнейшем заниматься сборкой и установкой. Но все будет скрыто, не будет никаких проводов, и мне очень импонирует то, что была именно поддержка по всем вопросам. И также у самой мебельной фабрики, да, сам специалист, который именно будет заниматься сборкой и установкой, он сам сделал схему проводки. То есть это не какие-то сторонние фирмы, это все люди, которые будут вместе работать, они делают под себя. Это очень важно, потому что вопрос электрики очень сложный. Вызывать участников таких вопросов очень страшно. У меня был такой не очень приятный опыт, когда я вызвал специалиста с профилу повесить просто светильник в коридор, а он его повесил так, что вырубался свет во всей квартире. Соответственно, его пришлось снять, да, и у нас ничего не сложилось. Поэтому связываться с непроверенными людьми очень сложно. Плюс объем работы не такой большой, и найти специалиста на ближайшее время, и это тоже непросто. Так приятно не сдаваться, главное передать. Мне прям нравится иметь гнездо, тем более оно так, как в фантазиях, так как хочется, как представлялось, да, что не пришлось жертвовать теми же какими-то
фасадами нижними, бортиками, да, делать их темными, экономить, что кухня под потолок тоже на этом не пришлось экономить, и то, что тоже все скрытые ручки будут, она будет именно современной, что есть доводчики. Я так этому рада, то есть именно это то, что хочется, а не то, на что хватило. Да, были моменты, пришлось понервничать, походить, повыяснять, а как так, а как так, как можно, да? Конечно, какие-то вопросы были, вопросы экономии, но стол, тем не менее, у нас полубарный, это стол остров, как фантазия. А какая девушка не мечтает о своем острове? Острове, уж простите меня, мы все воспитаны на фильмах с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес, ну, по крайней мере, кому, да, около 30 или чуть-чуть за 30. Вот. Как же без этого? Это все американские фильмы, комедии. Так же. Вот. Не пропадаю, держу с вами связь, и вы не пропадаете. Реализовывайте свои мечты и воплощаете. Ведь создавать это так.